привет. Сегодня у нас предпоследний день в Пятигорске. Послезавтра мы поедем обратно на машине. Сегодня у нас хорошая погода. Мы подгадали, посмотрели по погоде, чтобы сегодня было хорошее солнце, чтобы можно было пойти пофотографироваться, пофоткать горы, погулять по городу, потому что обычно тут туман в это время и гор плохо видно. Сегодня прям хорошая погода, плюс 15 на солнце, хотя сейчас январь. Сейчас прям тепло. И мы сейчас едем на Машук, на гору Машук. Приедем там, где канатная дорога поднимается. Потом поднимемся и пофотографируемся, видео снимем. Покажем вообще, в принципе, как с горы выглядит город. Да. И вообще для вас, даже если вы приедете, допустим, отдыхать на КМВ, обязательно посетите гору Машук. Прям обязательно. Просто приезжайте, ставите машину или на такси приезжайте, на канатке поднимаетесь, там гуляете. Сейчас мы вам все покажем. Ну все, мы приехали. Чтобы вы понимали, сейчас на улице она уже плюс 20, мы без шапок. Очень, ну, тепло очень, потому что вот мы без шапок, и нам прям очень реально жарко, прям жарко. Сейчас мы поднимемся наверх. Вот мы ехали сейчас от дома. Наша дорога заняла минут 10. То есть, ну, город очень маленький. И от нашего дома до горы Машук, до канатки, 10 минут на машине сегодня. На улице сейчас плюс 10. Да, плюс 10? Да, ну прям солнышко припекает, как будто все градусов 15 точно. Угу. Ну вот мы приехали на стоянку, это ресторан «Канатка». Сейчас и отсюда буквально там в 10 метрах сама канатка находится. Вот она там. Вот она канатка, вот они стропы, вот сама гора. Мы уже практически, наверное, посередине горы. Там идет уже вниз спуск. Ну, там горы, там где-то посередине сейчас находимся. Мы уже снимали летом. В июле месяце мы здесь как раз были. У нас есть там уже видео. Угу. Единственный
минус, мы не взяли с собой петличку. И придется теперь увеличивать звук на монтаже. Ну ничего. В следующий раз исправим, все будем с собой с петличкой ходить. Все мы купили, цены вы увидели. Сейчас нам нужно заходить внутрь. Все, вышли. О, блин. Вообще круто, видно, как красиво. Она вам дается одна штучка на семью, либо одна штучка на компанию. Бесплатно. Давай фотографируем. Проходите вот сюда. Вот компания. Пожалуйста, все снимайте, убирайте. На обсадку понять наденете. А по городу лучше становитесь. Если желаете. Вот они, бесплатные фотки. Тут получаем их. Качество фоток, я уверена. Давайте первый. Ну, это же не Sony, а Nikon. Она вот такая маленькая, дается вам в подарок на память в кошелечек. И дается она вам только одна штучка. Как пробничек. А ты думал? А помимо нее, если вы желаете, можно сделать вам на память вот такие вот магнитики с вашим изображением. Покрупнее фотографию можно сделать в альбом. Можно сразу вот в такую вот, в любую в рамочку ее оформить. Любой магнитик, любая рамочка, одну минутку делается. Сразу с собой все заберете. Сразу будет готово. А цена какая? Маленькие магнитики, брелочки, обычная фотография в альбом. Если желаете, эти по 200 рублей. Средние магнитики в два раза больше, если кто желает. Эти по 300. Магнит, рамка и фоторамочки, если магнитики не любите. Все понятно. 300 рублей. Сколько? 300 рублей. Рамочка. Ну, а ты думал, не бывает ничего бесплатного. Давай пофоткаемся. Вот он. Мощь. Сейчас мы такие фотки забацаем. Самый офигевший объектив, который только есть. В линейке Sony. Карл Зевс. Немецкая техника. Ну, самая. Вот он, вторая версия, которая была. Держи его.
ТВ, которое вещает из города Пятигорска. Вот это на самом верху. Очень круто. Там что, нет, да? Пойдем туда? Можно оттуда кать пофотографировать? Эй, красиво. Вообще бомба. Только Эльбрус не видно, сейчас подзатянуло его тучами. Вообще круто. Вы поверите, что сейчас январь? Сегодня 11 или 19? Единственное января сегодня. Тепло просто. Вообще классно. Смотрите, в майках. Кстати, вот эти таблички вы можете там при входе купить табличку и краску. И сами нарисовать и прибить ее сюда. Вот все города России. Выше. Там еще одна смотровая площадка. Оттуда видна гора Бештау, Змейка и какая-то еще. Потрясающий вид на город Пятигорск. Редкий экземпляр, таких мало сейчас осталось.
Так, ну все, мы погуляли, сейчас мы идем, спускаемся вниз. Нафоткались. Так, ну мы сели, едем сейчас на Иолову Арфу на машине. Катька еды пьет. Получается, сейчас от Канатки до Иолова Арфу на машине, я не знаю, там 3 минуты ехать. То есть выезжаешь по дороге вы едете, очень все близко находится. Если вы, допустим, своим ходом, можете пешком дойти, пешком минут 10 идти. Да, то есть тут вообще по пути можете нарзанов попить. И можете такси вызвать. Тут тоже такси здесь очень быстро ходит и, ну, если быстро летом, приходит. То лучше погулять, потому что здесь природа потрясающая летом. Дальше мы не можем ехать, там знак стоит на провал. Туда можно пешком прогуляться. Да, туда можно пешком прогуляться. Вот из-за знака мы не можем. Летом-то там тоже супер. Здесь, да, поворачиваем? Да, да. Я уже забыл. Вот слева Иолова. Вот она. Сейчас мы, да, пойдем на Иолову Арфу. Так, найти место, где припарковать свой автомобиль. Вот, да, есть тут место, сюда сейчас встану. Опа, припарковались. Стоянка бесплатная здесь. Тут вообще, в принципе, в городе везде бесплатная стоянка, слава богу. Еще не дошла платная стоянка с Москвы сюда. Сейчас пойдем гулять, пофоткаемся. Ну что за мужчина, красавчик с кофеечком? Оно горячее, Андрюш. А я не через пипетки эти не пил. О, это как мы покупали... Что мы покупали? Мандарины пришли на рынке, а он говорит. Я... Сейчас пройдут люди. Будем озвучивать. Мы спрашиваем, сладкие ли у него мандарины. А он говорит, что он кавказский горный мужчина. Да, типа, я, говорит, и он сладкое не ем. Да, говорит, я чеченец, я сладкое не ем. Я говорю, почему тут вообще Чечня и сладкое? Ну, не знаю, может быть, у него там свои какие-то предрассудки.
посмешил нос. Кстати, ничего, так кефиёк. Да? Да, я же всегда без сахара всё пью. Угу. Ну, кстати, ничего, так прикольно. Ну, два кусочка тортика я могу съесть, хоть и без сахара пью кофе, да? Ну, кофе, ну, в смысле, торт это торт. Торт, конечно, это торт, а кофе только без сахара. Кстати, покажи, сколько здесь этих скворечников нафигачил. Ну, когда здесь жили, столько нет. Посмотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, может, семь. Специально вывешивали? Штук, наверное, 100, наверное, этих скворечников. Сколько птиц нет, сколько здесь скворечников. Ну, это сейчас, может, они улетели. Обалдели, какие хочешь. На какой-то школьники надо, да? Ну, возможно. Надо колбасили. Ну что, пойдемте наверх. Ну все, мы пофоткались, фотографии вставлю в видео, посмотрите, какие классные получились. Эльбрус плохо виден из-за того, что там дымка, ну там туман, да, затянутый. Он его не всегда видно, но вот прям когда в ясную погоду, особенно рано-рано утром, он прям четко виден. Мы летом постараемся туда съездить, захватить всю красоту Эльбруса. Да, там просто бомбически. Вот мы когда приезжаем, мы сразу туда-туда едем. Раньше не было возможности ездить. Денег не было на это. Да, денег не было ездить, когда здесь жили. Мы местные жители, здесь реально жили. И мы не ездили в горы, потому что, ну, реально не было денег на это. А сейчас мы живем в Москве, приезжаем до родителей, где деньги как бы есть. И вот теперь мы путешествуем здесь по горам. Там реально прикольно. Мы на майские хотим приехать сюда. С друзьями договорились сразу, на Домбай поедем, планируем, во всяком случае, на майские. Кстати, на Домбае мы ни разу не были. Я не был на Домбае. Да, я Катя была только в зимнее время, каталась на сноуборде, училась кататься. Ну, каток еще тот, конечно, я, но, тем не менее, очень люблю, очень хочу, но вот летом ни разу не была. Да, ну вот в этом году поедем, там классная, там природа просто бомбическая летом, и там прям пофоткаем, пофотографируем, опробую там тоже эту линзу, которую я купил. Ролик тоже запишем. Да, ролик. Сейчас по приезду в Москву хочу фотоаппарат отнести, чтобы они мне этот... Либо там пиксель сломан, либо там попала мусоринка на матрицу, из-за этого там черная точка. Но это я все уберу,
в фотошопе этих там этого не будет видно, там вот, ну, прикольные фотки без этого маленького косячка. Там у меня на фотографии черная точка в правом углу, которая меня подбесивает. Поехали тогда к ЗАГСу, в цветник? Да, сейчас мы поедем в цветник здесь, в Пятигорске. Там машину поставим, пофоткаем старую архитектуру города, погуляем, там мы очень давно не гуляли, и потом надо выдвигаться в кафе, в кафешку, посидим в кафе, покажем вам цены местные. Здесь, конечно, дешевле, чем с Москвы, чем в Москве. Раза в три, наверное. Ну, не знаю, надо посмотреть. Ну, здесь прям реально бюджетно отдыхать. Вот мы даже вот по себе смотрим, вот если вот, вот мы с Москвы приезжаем, то тут прям бюджетно отдыхать. Недорого. Ну, конечно, с Москвой не сравнивать. Да нет, но все равно. Ну, как бы здесь не такие, не конские цены, что там. Ну, это да. Не какие-то заоблачные. Да, здесь нормально. Здесь раньше, в наши юные годы, в детские, была Рома Пицца. Мы любили здесь пиццу покушать. Это парк Цветник. И туда дальше, по дорожке. Это местные бременские музыканты. Фотографии получаться. Пойдем. Они, кстати, извели как немножко, поэтому... Храм Христа Спасителя, да. Только в маленьком формате. Она сказала, потихонечку документы, вот работа в основном, чтобы было подготовлено. Вот здесь раньше справа в здании была у нас тоже юные годы сладкоежка. Я помню, мы с родителями ходили. Очень часто там мороженки всякие, слойки с сыром у нас любименькие были. Вот он, кафе «Мистер Слойки». Пятигорскому ЗАГСу. Ну, как раз ЗАГС, где мы сами регистрировали свой брак. 5 лет назад это было. А, кстати, напротив ЗАГСа, но это не реклама, а есть прекрасная шашлычная. Шашлычная номер 1, там она называется, напротив ЗАГСа. Ну там просто офигенный шашлычок. Блин, думал, здесь будет хорошо виден Эльбрус, но сюда не видно. Вот одна гора видна и все. Но он сегодня облаками закрыт. Там опять приедет, там все. А летом здесь эти фонтаны поющие, цветные всякие работают. А вон там чуть ниже здание ЗАГС. Вот оно. Мы как телевизион. Продолжили, подреставрировали здесь все, красивенько цивильно сделали, потому что когда мы расписывались, но было так себе.
этих дверей мы выходили, когда зарегистрировали брак. Нравится снимать архитектуру, на благо в Пятигорске ее полно. Лермонтовская галерея. Ну, конечно, летом здесь очень много зелени, и это очень красиво смотрится. Парк, цветник. Это вот лавка сувенирная. Местами здесь пахнет сероводородом, но это нормально, потому что тут очень много источников в Пятигорске, нарзанных галерей. А вот одно хочу еще рассказать. Вот это китайская беседка. И вот здесь Андрей мне как-то под Новый год сделал предложение стать его женой. Это было, по-моему, 31 декабря в районе 6 вечера. Мы сюда приехали. Он мне подарил колечко. И было это в наступлении с 12 на 13 год. Давно уже, довольно-таки. А если честно, вообще Пятигорск очень люблю вообще всей душой и сердцем. Довольно красивый город, курортный город. Летом особенно люблю, в принципе, здесь прекрасно в любое время года. Зимой, как видите, снега нет, такого мороза нет, а летом он просто потрясающий. Летом, кстати, тоже здесь музычку играют местные музыканты. Покажи вам, где эти предложения делают, наверное. Я показала. Сейчас, кажется, солнце садится, вообще прям прикольненько так классно смотрится. Хочу вам показать магазин Пятигорской бронзы. Вот сколько мы в Москве жили, они постоянно выставляются на Арбате. Потом, не, на Арбате не выставляются, а на Красной площади. Когда всякие ярмарки не приезжают отсюда, Пятигорская красная бронза. Я никогда не знал, что я, ну, как бы не знал, что у них есть магазин свой. Теперь у них появился свой магазинчик здесь. Так что кому нужна она будет бронза, можете туда прийти. Если честно, сам в первый раз только узнал, что у них есть здесь магазин Пятигорской бронзы. В общем, мы зашли в кафешку, в которой мы сидели с Катей и папой, когда мы телефон купили. Решили здесь тоже посидеть, потому что мы замерзли. Да, мы замерзли, на улице где-то, ну, где-то плюс 5, но все равно прохладно. Сейчас посидим, где-то покушаем и поедем, заберем мелкого, Машку, и поедем в кафешку, потом в другую, в которую мы часто ходим, каждый раз, когда приезжаем сюда на Машку. Машку, да? Машку. В общем, мы взяли, ну я как всегда, в общем-то, я всегда так по ходу делаю, капучино, малина фисташка, очень вкусный натуральный десерт, молочный коктейль, и у нас это вышло на 760 рублей. Ну, вполне очень даже, учитывая, что десерты мега вкусные.
В общем, мы в кафеху пришли. Да, это видео. Опять ты? Где? Снова ты? Вот оно меню, оно довольно большое и обширное. Смотрите, какое оно толстое. Цены, в принципе, тоже не такие уж большие. Ну, стоит так же, наверное, как и в Москве. Может быть, на процентов 20 дешевле. Да, на процентов 20 дешевле, чем в Москве. А воды принесли, заказал воду, такая прикольная вода. Я ее постоянно снимаю в каждом ресторане, в каждом этом, она разная. Куда бы я ни приходил, всегда она какая-то подают по-разному. То есть в разных, ну, емкостях, бутылках, да. Прикол не свой. Прикольно, мне нравится. Еще чекан почти вся рожда. У меня такое блюдо. Деревяшечка. Да, она может быть хоромой фарвас. И я думаю, что это такое. Да. Собираться, проводить время там, что давайте делать это. Чаще, как только это есть возможность. Да, да, опять ты, да, да, я пью. Да, да, наконец-то. Нам принесли мясо, мы сейчас заказали миска, такого кавказского мяса. Давай, это курица, она была у нас до этого. Ну, кто-нибудь попробуй, ну, возьми-ка их кто-нибудь, да. Ой, не подкусывай, подожди. Дубль два, подожди. Подошёл, а не спайки. Ну что, это вот Андрей ему положил. Я не хотела, чтобы он мне носки делал. Пробовать тебе придется. Ой. Ну пусть работает, так лучше освещение. Со вспышкой, да? Ну ладно. Да. И на света мало. Самое аппетитное. Вкусно? Вкусно. Там по кайфу. Маш, пробуй. Так, нам принесли десерты. Такой прикольный десерт, называется уголек. Вот, посмотрите, он как уголек. Вадика тоже уголек. Вадика, что там, какая у него начинка? Там мусс из белого шоколада, что-то там. Лида, попробуешь? Не-не-не-не. Он довольно широкий. Не хочу. Правда, не хочу. А меренговый рулет – это, конечно, вещь хорошая. Меренговый рулет клубничный. Но он отличается от цветного и отличается от того, что мы в Москве ели. Какой-то довольно влажненький. У Светы в Москве делают более такой сухой, хрустящий, как безешечка. А здесь он прям влажный. Надо ли вкусно? Тебе нравится? Вадик? Да. Яйцо мне отдает? Масса. Я тут для масла. Масса? Масса. Ну, начинаем. Машин, поедем на тренажер? Вот на кафеха находится, на этом, на ромашке. Сейчас посидели, сейчас поедем к нам на райончик. Пофоткаемся. А мы погнали. А когда мы сейчас идем? Угадай. Парк. Наш парк.